Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Ваш молодой человек, он вызывает у вас определенные чувства. И вся сложность заключается в том, что эти чувства, которые он в вас вызывает, для вас негативны. То есть вам не все равно. То есть для вас это важно. Вы вот так и говорите, что эта тема очень важна для меня. Вот. Понимаете? Но важно это лишь только для вас. В рамках вот реальности, в которой вы живете, да, в рамках вашей реальности. Важно это только для вас. И все. То есть для начала определите, пожалуйста, для себя, чем именно задевает вас молодой человек. Какие чувства он вызывает у вас. И возьмите за эти чувства личную ответственность. То есть, если, например, у вас к нему есть симпатия, да, то проявите ее. Проявите свою симпатию, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего неестественного, аморального и так далее. Проявите, если хочется. Если хочется проявить. Проявите. Но тонкость вся в том, что вы не уверены в себе. По ряду причин. Вы не уверены в себе. И вот это то, почему вы не уверены в себе. И нужно в первую очередь разбирать. Понимаете? Именно то, что вы сами в себе не уверены. Именно то, что вы чувствуете себя как-то вот, ну, негативно, из-за молодого человека, из-за мужчины, вот, знаете, какая история. Дальше. Ваша неуверенность в себе, естественно, имеет основание. То есть ваша неуверенность в себе, естественно, имеет основание, которое идет, по-видимому, из семьи, из вашего детства, из какого-то негативного опыта, который у вас, ну, имел место быть, вот. И на молодого человека вы все это просто-напросто переносите. Вот. Вы просто переносите на него свои какие-то противоречия, свои какие-то проблемы. Вот. То есть, грубо говоря, если вы в себе не уверены, да, если вы, ну, если вы чувствуете себя неприятно, как-то чувствуете себя некомфортно. Вот, то обратить внимание вам стоит именно на себя, знаете, на именно вот свои чувства, свои переживания, свои представления о себе, скажем так, вот. Это и является здесь самым главным, по сути дела, вот, по факту это является самым главным. Далее, молодой человек,
ведет себя так по той простой причине, что вы ему ну, действительно нравитесь. Он действительно к вам не равнодушен. Вот. Это правда. Просто он боится проявить свои чувства. Он боится проявить свои эмоции, боится близости. Вот. На самом деле. А в этом и заключается основная его беда. В этом заключается основная его трудность. Вот. Потому что человек боится близости, вот, знаете как, вот вы воспринимаете его шутки как что-то самобытное, да? Ну, то есть, вот он шутит, да, и вы говорите, ну, вот он такой шутник, да, там постоянно шутит и так далее. Вот если человек постоянно шутит и не может, грубо говоря, контролировать свое состояние, ну вот такое, то это означает, что у него защитная реакция такого рода. То есть его шутовство – это защита. Недаром говорят, что самые, в общем, веселые люди, да, то есть самые грустные люди, они больше всех смеются. Это вот действительно так. Проблема скорее в том, что вы сами этого не увидели. То есть вы не увидели того, что молодой человек защищается. Вы не увидели того, что скрывается за этим, ну, за этим поведением, например. Не увидели, потому что вам мешает анализировать ваши собственные чувства. Ваши собственные проблемы, вот. А проблемы, ну, например, в семье, там, или проблемы личного характера, да, то есть противоречия, вот. Из-за этого вы не можете увидеть то, что происходит с молодым человеком. Из-за этого вы не можете увидеть, почему он, да, ну вот, так, грубо говоря, себя ведет. Понимаете, какая история. Но я сейчас, значит, вот, с полной ответственностью заявляю вам, что мужчина так защищается. Я не знаю, чего. Как правило, да, это вот, значит, избегание близости происходит таким образом. Как правило, этим компенсируется, соответственно, страх. Ну, определенные страхи у людей. Вот. Как правило, так компенсируется неуверенность в себе. Вот. То есть, ну, не будет человек, да, от хорошей жизни вести себя так и постоянно смеяться. Вот, постоянно веселиться. Не будет. А заводилы, они вот как раз все страдают определенными, я бы даже сказал, знаете как, похожими проблемами,
заводилась страна. То есть у заводил, да, у них, у всех похожая проблематика. У заводил. Понимаете? Вот. Это вот то, что вам нужно понять. Поэтому нет, мужчина над вами не издевается. Вот, мужчина действительно к вам неравнодушен. Вот, то есть если бы он хотел издеваться, он бы издевался по-другому. Вот. Соответственно, у него к вам чувства, просто он не может их правильно выразить. Вот, ну, в силу наличия у него проблем. Вот. Соответственно, с другими девушками, да, с другими людьми он ведет себя по-другому, потому что они для него менее важны. Вот. Значит, давайте обратим внимание на то, что вы говорите про себя. Да? Значит, вот вы пишете, что поначалу вас радовало то, что, ну, то, что он оказывает вам такого рода знаки внимания. Но он только и мог шутить надо мной, инициативу не проявлял. Я очень переживала, из-за этого это моя первая влюбленность. Понимаете, в чем дело? Первая влюбленность была, ну, как правило, в школе. И если у вас первая влюбленность случилась сейчас только, то у этого, у подобного рода чувства, подобного рода явления есть свои причины. То есть, почему влюбленность случилась только сейчас, а не в школе? Что было у вас в школе? То есть, грубо говоря, ну, что происходило в школе у вас? Вот. Значит, какие у вас в школе были эпизоды? Какой у вас в школе был, например, опыт? Ну, взаимодействие с мужчинами, да, и так далее. Далее вы говорите, я очень ревновала его к подруге. То есть ревность. Ревность это что? Это неуверенность в себе, страх одиночества, отсутствие собственной значимости и восприятие, значит, молодого человека, ну, в контексте определенных своих желаний. Вот. То есть это, грубо говоря, поведение, ну, достаточно несвободное. То есть вы достаточно несвободно себя, ну, скажем так, да, ведете. Вот. Вы достаточно несвободно себя позиционируете. Вот. И это тоже важный момент. Если мы говорим о том, что происходит. То есть ревность не возникает на пустом месте. У ревности есть причины. То есть вы, получается, от молодого человека чего-то для себя хотите. Вам от него что-то нужно. Он вам этого не дает, вы, соответственно, начинаете фрустрировать. Ну, переживать. Вот. Так, ходила своя, сама не своя, да, из-за чего?
Так, значит, я принесла пирог другу, он очень расстроился. Вот, понимаете, да, то есть, зачем вы принесли пирог другу? То есть, что вы хотели? Я думаю, что, скорее всего, хотели, чтобы он ревновал. Так, под Новый год, значит, в беседе ВК над ним пошутили, что он тонет по мне, намекал, его приятель намекал мне об этом, потом я написал ему, нравлюсь ли я. Ну и, соответственно, вопрос, вот зачем вы написали это? Да, то есть вы сами, по сути, проявили инициативу. Для чего? То есть вы не сказали ему, что он вам нравится. Этого вы ему не сказали. Вы спросили, нравитесь ли вы ему. Понимаете? То есть это поведение, обращенное на себя. То есть это то, по сути, что вас волнует. Вот давайте вспомним, когда вы признавались ему в чувствах своих, по какой причине вы не сказали ему, то есть когда вы спрашивали о его чувствах, почему вы не сказали ему о своих? Ведь это было бы, ну, более справедливо, это было бы более честно по отношению к нему. Но нет, нет, вы этого не сделали. Почему? Потому что вам хочется нравиться. Вы хотите нравиться мужчине. Вот. Но о том, что чувствуете вы, о том, чтобы отдавать, о том, чтобы давать обратную связь, вы не думаете. То есть для вас это не на первом месте, ну, грубо говоря, вот. Понимаете, какая история. И это тоже имеет под собой определенную причину, это тоже имеет основание. Неудовлетворенность. Возможно, недостаток любви у вас. Так, я очень расстроился, решила, что я все себе придумала, после этого он перестал написать. Чего вы ожидали? Ожидали этого вы, ну, скажем так, по какой причине вы этого ожидали? То есть, чего вы хотели? Он признался? Но вы же сами его, по сути, принуждали к тому, чтобы он сказал. То есть, лишили его свободы, скажем так. Вот. Так почему же вы, как бы, ну, ждали, что он вам признается. Да еще и так, если я правильно понял, да, в беседе. То есть это даже не личный, ну, не личный разговор был у вас с ним. Вот. Понимаете? То есть здесь вот важна ваша постановка вопроса, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я отдаю себе отчет в том, в чем нуждаетесь вы. Я понимаю, в чем нуждаетесь вы. Но я также понимаю, что то, чего хотите вы, нельзя реализовывать через других людей.
понимаете? Ну вот. Это чревато определенным негативом для вас. Дальше. Значит так, после рентгена экзамена он сравнивал так же лез ко мне, стал смотреть еще больше, улыбался, не отводил взгляд. Так, думал, он прикалывается и сказал, что он мерзкий и неприятен мне. Ну вот здесь, да, вы говорите, что он мерзкий и что он вам неприятен. Это же ваши чувства и эмоции по отношению к нему. Так почему же вы на него проецируете это? Да, то есть вас задевает, а вы проецируете на него. То есть согласитесь, вот я бы сказал, что это не совсем конструктивная позиция, да? Вот. Понимаете, какая история? Вот, то есть, вам неприятно, это да, вам неприятно, я понимаю, но чем неприятно? Чем? Если вы действительно не хотели бы, чтобы он так себя вел, лучше всего было бы просто не замечать его. Но вы реагируете. И мужчина видит и знает, что вы реагируете. А значит, он будет это делать снова и снова. Дальше. Значит, вот опять вы просите оставить вежливость для других. Да, то есть вы просите оставить вежливость для других. То есть вы ведете себя как обиженный человек. Вот. Ну, еще раз повторяю, что это не конструктивная модель поведения. Когда вы ведете себя так. То есть вы явно проявляете к нему свое неравнодушие. Вот. Знаете, какая история? Да, вас это задевает, вам неприятно и так далее, это понятно. Но вы обижаетесь, и за это проблема ваша, вас она кроется. Дальше, так, порой обидный, раньше такого не было, ну то есть мужчина стал более агрессивно, да, себя вести, в том плане, что он увидел и почувствовал, да, что вы ему не отвечаете, что, значит, у него не получается привлекать ваше внимание, что вы не воспринимаете его так, как ему хочется. Вот, соответственно, его неудовлетворенность, она тоже растет, вот, ну, потому что эта модель, ну, такая модель поведения, она не удовлетворяет, да, она не раскрывает, человек играет в игры, по сути дела. Вот, и, соответственно, это требуется все больше и больше активности, требуется все больше и больше, значит, агрессии, все больше и больше, значит, экспрессии, чтобы хоть как-то удовлетворять, значит, свою потребность, ну, в том, чтобы, например,
реализовать свои желания. Вот. Ну, понятно, да, совершенно понятно, что у мужчин они есть это желание. Вот. Ну, а вы продолжаете обижаться на его шутки, да, то есть вам бы поговорить как есть, то есть просто отвести его, там, не знаю, в сторону или пригласить куда-то и поговорить как есть. Вот. Но вы этого не сделали. Так, ну дальше вы на него жалуетесь, то есть вы говорите, какой он ужасный, все из-за тебя, это игра такая, игры, какой ужас, и все из-за тебя. Вот, значит, так, почему он не может ухаживать за мной так же, почему не может позвать куда-нибудь, потому что вы ему действительно нравитесь, вот. А вопрос, этот вопрос, да? Можно задать и вам в том числе. То есть, как бы вы не постеснялись спросить у него, нравится ли он вам, вот нравитесь ли вы ему, вот. Но при этом вы не можете его, позвать куда-нибудь. Вот. То есть тут, мне кажется, несколько странная история. В этом плане свою активность вы проявить можете, то есть спросить у мужчины, нравлюсь ли я тебе, вот. А позвать его куда-то, видя, что отношения ваши не то чтобы даже не складываются, да, просто уже превращается в какой-то фарс. Вы не можете. При том, что сделать это можно и просто чисто по-дружески. Да? То есть совсем не обязательно воспринимать его как молодого человека и так далее. Вот. Но, судя по всему, вы и так поступить тоже не можете. Вот. Почему? Потому что у вас есть чувства. Ну, как бы, да? Свои чувства у вас есть. Вот. И это довольно серьезный момент. Вы не можете думать, вы не можете анализировать, потому что у вас переизбыток собственных чувств. Нужно снять ваше напряжение, нужно снять переизбыток чувств. И тогда я полагаю, что ситуация будет гораздо легче. То есть, как только вы поймете, что стоит за вашими чувствами, то вам будет легче всем этим работать. Вот. Я хочу уже, чтобы это закончилось, потому что я накручиваю себя. А чем вы накручиваете себя? Как это происходит? Ну, конкретнее. Что именно вы делаете? Надеюсь на что-то. А на что? Чего вы хотите? Что вы делаете для того, чтобы у вас было то, что вы хотите? Вы же ничего не сделали, никак себя не проявили в этом аспекте. Может, это он так пытается самоутвердиться? Нет, вряд ли. Может, просто издевается надо мной? Нет. То есть сейчас уже может быть и да, но вначале нет. Вначале нет. Может быть, сейчас он больше вас ненавидит, потому что вы, ну, по сути, причиняете ему боль. Вот, может быть. Но нет, цель его не издевка. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.